Ничего себе. Друзья, находимся в городе Никосия. Сейчас на турецкой стороне мы находимся. Здесь какой-то ресторанчик, кафешка. Здесь какой-то дворец, замок стоит. Правда, я не знаю, что это за дворец, замок, но это в любом случае какой-то известный, потому что один из них. А, здесь коньячный. Смотри, здесь какой-то коньячный завод, что ли, что это такое? Или это другое понимание коньяк? Может быть, совсем другое означает, не знаю. Вообще что-то здесь непонятно происходит. Я вообще сначала думал, что это мечеть, когда сюда шел. Одна мечеть там есть. Она такая маленькая. Муталари. Что значит? Ташкент. Ташкент? У Муталари. Да, здесь, видите, Ташкент здесь. То есть здесь все что-то смешалось, перемешалось. Но я когда буду добавлять видео, я попробую узнать, что это такое. Что за вот это, за дворец этот. Может быть, вы даже знаете. Но, скорее всего, здесь мечеть должна быть. Нет, может быть, это раньше была церковь, потому что, видишь, она выглядит как вот этот такой храм. Обычный. Возможно, да. Ну, хотя, нет, окна какие-то тут мусульманские. Не-не, почему? Возможно. Они же это все захватывали, перехватывали, да. Вот здесь султанат какой-то. Султан, видишь, султанат Махмуд, султан Махмуд. Вот, то есть султан второй. Библиотека. Ага, библиотека. А, вот, пожалуйста, видишь? Это вот это. Да-да-да. Вот уже хоть что-то стало ясно. Потому что как бы такая большая постройка больше похожа на такое церковное какое-то здание. Может быть, они хватили, потом еще переделали. Да. Только там знаки как от мусульманских сверху. Да, да. Так, пойдем с той стороны посмотрим. Ну, это уже свежее такое здание, по крайней мере, обделка. Так, это у нас библиотека. Вот это единственное, что понятно, что вот это у нас библиотека. Здесь как-то все вместе. И кафешки здесь при дворе, и ресторанчики, и какой-то коньячный. Если я правильно, конечно, понимаю, коньячный завод какой-то. И там такая музыка еще играет, как шансон какой-то. Вот видишь? Здесь ресторанчик, кафешечка такая. Это оттуда, наверное, приехали сюда стулья, вот посидите, полюбите. Ага. Да, да, да. Ну, похоже, на самом деле, на церковную. Ну, сейчас узнаем, надпись-то будет. А, вон там главный вход, кажется. Просто, наверное, уже переделано. С другого, мы с другой стороны зашли, поэтому непонятно. Вот такие вот всякие штучки, они обычно... Ну да, да. А вон что-то написано, он музей, исламский музей. Или это не к этому относится, видишь? Какой-то музей. Правильно? Ну это вот здесь. А, это вот этот. Ну да, это 100% не какой-то католический или христианский, видишь, вот это просто уже переделано. Спроси он у него лучше, возьми эту бумажку. Пойдем бумажку. Пойдем бумажку возьмем. А, сюда? Вот, Никосия, мастер. Это мозг. Ну, видишь, это, ну да, я говорю, видишь, сам Святой Софии катедрал, то есть это был катедрал Святой Софии, а теперь это Селемия мозг. А, ну, то есть это мечеть? Мечеть. Ага, ничего себе. Все понятно. Теперь более-менее все понятно. Да, они захватили, они. Да, да, да. Вот видишь, 1208. А, вот, да. Да, 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 да. Только старая. Сталин свидетельство.
Так, здесь вообще непонятно, здесь молиться можно или нельзя? Я тут ничего не понимаю. В общем, друзья, вот такие вот интересные вещи тут происходят у нас. Правде говоря, я вот впервые в такой мечети, которая, как видите, такая какая-то, как будто туристическая какая-то. Пока не совсем понимаю, что тут вообще происходит. Ну, точнее, все понятно, конечно. Вот здесь, видите, разные экскурсии проходят. Люди фотографируются. Притом снимать можно здесь. То есть там не запрещено. Единственное, обувь надо снимать, конечно. Можно заходить, снимать. Такие вот дела. Так, ну что, друзья, пока выключаюсь. Сейчас покажу дальше. Сейчас посмотрим. Вообще интересная такая мечеть. Как экскурсионная какая-то. Впервые такой вижу. Ну да, это видишь, видите, вот эти даже стили. Цветы вот эти вот нарисованы. Они подрали. Вот всякие папы. Да? По кругу, видишь? По полукругу. Вот они. Да, да, и да. И там да. Ангелочки вот эти вот. Ага. Ну, видно, что катедрал написано сейчас. Да, да, да. Просто уже когда завоевали, то переделали. А, вот здесь можно омовение дать. Так. Так что, друзья, пока буду выключаться. В общем, вот такая вот мечеть у нас лежит. Так, телефон у меня. Так, выключаюсь, попозже на связь. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.